Конечно, туповатая идея пробовать вот так вот играть. Ну ладно, попробуем привыкнуть более-менее. Так. Север, надеюсь, не подвис опять. А че, FPS не показываешь? А? Любопытно. Так, сколько у меня здесь уровней? Много. Так, ну стойкость так оставим, навык изготовления тут. Угу. Такс. Да что ж тут гроза-то так громыхает, по ушам пипец бьет. Да, по ушам, конечно, нахреначит, мама, не горюй. Надо посмотреть, когда у них следующий вайп. Да, это Бандакам, кому интересно.
Прикольный сервачок. Жестокий, но прикольный. Да ёпта. Что за фигня здесь с громкостью-то? Раньше такого не было. Чувак, что есть? Такс. Как у нас тут по поводу хранения? Ну, это просто инвентарь. Данные, данные, данные. Ты шутишь? Ой, как все, блин, печально-то. 2 часа разрешено хранение. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И что за 2 часа сделать-то смогу вам, а? Не, ну 2 часа хранения, ну это пипец. Я, честно говоря, даже как-то сейчас растерялся. Ведь на сервере кто-то есть таким-то условием, сроком хранения? Я сомневаюсь что-то. Никто же играть не будет, а ёпта. Да, мозгов, конечно, у разработчика просто вагон и маленькая тележка. Не успокоится. Эта тварь не успокоится. Такс. Ну, то есть, знаешь, кирку хотел найти. Кирку. На кирку нужно волокно. Да все у меня есть. Почему я кирку не вижу? Я совсем дураком стал.
Или вообще слипаем. Так. Нет, папки лучше отключать. По этим папкам я не ориентируюсь вообще никак. Так, вот кирка есть. Еб, тут топор-то хоть дайте мне. Блин. А с ящиков что, мы уже ничего не получаем или как? Вероятно, да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Любопытно. Еще один бешеный, блин. Многовато здесь злых, Дина. Я-то понял, что лучше не купаться, но все ж таки. Нужно дерево набрать. Так. Да что ж такое? Да блин. Как запершит в горле, ты хоть вешайся, извиняюсь. Так, если не забуду, вырежу фрагмент. Да горле, зараза, запершила. Не успел даже микрофон выключить. Так, деревца немного насобирали, давай пиндюрим по полной эти дурацкие.
Да так быстро не получится, как я ожидал. Хотя, казалось бы... Интересно, кто-нибудь на моем месте там поселился жить или нет, вот посмотреть. Так, стоп. Ой, слушай, у меня камень закончился в кои-то веки. Надо же. Какая прелесть. Так, вот, конечно, то, что здесь они запендюрили, что нельзя все хранить. Ну, я даже не знаю, как сказать-то это. Я лично могу сказать, что это хреново крайне и печально. Так делать нельзя. Хотя бы на 24 часа должно быть хранение предметов. Это не вариант вообще. Просто знаю, как здесь базы разносят, и надо чего-то восстанавливать, чтобы не по новой с нуля начинать. Как бы не очень-то хотелось бы такого. Вообще, зачем это сделано было, тоже вопрос интересный. Так. Фундамент все-таки лучше повышает, я понял. Хотя... По-моему, немного по финту. Так, у меня есть солома, у меня нет камня. Ясно. Тарам-тарам-там. Так, надо дождаться утра. Потом тут быстренько сдохнуть. И сбегать бы нам все-таки к нашему месту обетованному и попробовать посмотреть, кто там поселился. Так, вот и уточки настали. Вот можно как раз будет сбегать сейчас и посмотреть. Кто-нибудь живет там? На моем местечке или нет? Ой, видимость. Убейте меня, семеро. Ну, стойкость есть, кислород
хватает. Слишком дофига акул. Так, это не то. Мне чуть подальше. И чуть повыше. Все, отстал от меня, гадина. Ты серьезно никем не занят? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да нет, там, смотри, фундамент есть чей-то. Кто здесь был? Кто? Это не фун... Да уж, понятно, это не фундамент. Да, любитель под водой селиться это только я. Не знаю, чем мне так прет. Вот всегда нравилось. Хотя мы на официальном сервере так базу хорошую под водой делали. Вообще шикарно было. Да, даже никто не думал здесь селиться. Странно. Почему? Это вопрос меня посерьезнее волнует. Именно почему здесь никто не поселился? Ну да, я знаю, здесь очень много мест, где можно сквозь стены простреливать всю эту базу. Ну, блин. Здесь только всего есть три места. Базу не простреливать. Ну хотя да, тут скорее всего из-за того, что вещи негде хранить. И народ поэтому не хочет играть. Не, ну а чё он хотел? Надо быть гениальным. Просто в кавычках. Давай побегаем, посмотрим, тут еще где есть. А, насчет соседей-то точно надо же посмотреть. Соседи-то у нас здесь есть или нет? Значит, как-то запамятовал. Можно, да, вообще поменять место жительства вот на ту пещеру, если там свободно. А, и вдруг кто посмотрит с админов. Всегда оставляйте твою ж налево. Ух ты, ё-моё. Так. Как мне эту скотину переплыть? М?
Хороший вопрос. Мозик 37 тысяч ДПС, а по моей голой тушке это немножко круто. Для меня в частности. Я думал, я его обгоню хотя бы примерно. Ну, хотя да, мозазавр под водой самый быстрый. Вроде бы. Я вот не помню. Так. Тварь глубинная, да? Вообще-то на ванильке было прикольно сделано. Что мозазавра, там определенная глубина, если он поднимается выше, он ДПС получает. Восьминога тоже определенная глубина, если он поднимется выше, он ДПС получает или опустится ниже. То есть, короче, было, так сказать... Да чтоб тебя скотина перекосила! Я вообще, блин, где? А чё я здесь-то зареспился? Так, короче, надо плыть до самого края, попробовать по краю пройти. Там я не понял, так зарейдили, не зарейдили. Понятно. Тут их несколько. Ну что, вдоль стеночки. Лучше бы меня турель убила. Я вот так вот скажу. Но нет. Не турель меня убьет. Не, все равно хочу попробовать еще раз.
Нет, мне Докнуть не понравилось, но мне очень залюбопытствовало все эти вот деяния. Не, я на PvP сервере, я на PvE не лажу. Я говорю, я от PvE вообще смысла не вижу.